Тарам-пам-пам-пам-пам. Кольт решил выпустить новый револьвер. Королевская кобра 357 калибра. С предлагаемой стоимостью от изготовителя всего $900. Длина ствола опять 3 дюйма. 3 дюйма, для тех, кто не помнит, это каждый дюйм 2,54 сантиметра, 2,5, другими словами. У нас получается 7,5, 7,6, 7,62. 7 сантиметров, 62 миллиметра. Длина ствола 6 патронов в барабане и нержавейка. Давайте посмотрим, как это выглядит на более крупных фотографиях. На веб-сайте NRA, как ни странно. Давно я сюда не заходил. Пам-парам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам. Раньше были хорошие у них револьверы. Но сейчас не знаю. Давно ничего не слышал о современных револьверах хорошего. В Калифорнии, Массачусетс, этот не пошлют револьвер. Кстати, стрельба double action. То есть самовзводом. Рукоятка от фирмы Hog. Это резина такая здесь. И то, и другое. И рамка, и затвор, так называемый, и ствол. Все у нас сделано из нержавейки. Вот так. Как говорится, немного, но хоть что-то. Спасибо за внимание.